Утешу тебе души истинные, вижу везде свои, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися вны и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наша. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные. Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Зато есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аллилуйя! Слава Тебе, Вечный Богу, на земле мир, человеку благоволение. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, за святую православную веру, дарованную нам. Сохрани нас в ней. И коснись сердец язычников, сектантов, еретиков. Обрати их на путь покаяния. Благодарим Тебя за святую Библию, которую Ты оставил, даровал. И святые мужи Твои, обладающие понятный нам русский язык. Это от Тебя, Боже, хвала. Аллилуйя. Благослови, Господи, еврейский многострадальный народ. Обрати его на путь спасения Тебя, как Мессии и Бога, пришедшего к ним, сынам Израилю, которому Бог. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас, Господи, и помилуй. Боже, слава Тебе за эту ночь, проведенную в тишине. Благослови Владимира, Валентину, Михаила. Воцарись в этом доме. Они оказали нам ангельский привет. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешнее. Защити нас, Господи, от поражения, посрамления, от нападок нечестивых людей, злодеев, творящих пакости. Позволь нам, Господи, засвидетельствовать им, когда будет угроза жизни нашей. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи Боже наш, слава Тебе! Господи, нет иного Бога, как Ты. Благодарю Тебя за святую Библию, за святых пророков, написавших книги, за святых апостолов, за всех, кто сохранил эти книги. Воздай милостями Твоими, живым и отошедшим. Воздай милостями Твоими тем, кто дал мне святую Библию. Слава Тебе! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй. Защити, укрепи и продли наш путь, как угодно воле Твоей святой. Аллилуйя! Научи нас удивляться той красоте, которая окружает нас. Слава Тебе, Господи, что даровал эту землю людям. Прости, что не сохранили завета с Тобою и так многое потеряли. Люди оказались недостойны этого сокровища. И вот оно отнимается и передается другому народу. Прости нас, Господи, прости, что не думали нас. Не искали прихоти. Вам просите, мы долго не вас. Научи нас, Господи, жителям бедных, осаждать, чтобы они служили нам, а
искать самим, кому послужить. Аллилуйя! Боже мой, Боже, слава Тебе! Боже всемогущий, хвала Тебе! Как Ты дивен в творении Твоем! Ты во всем показываешь всемогущество! Мы видим только малую часть Твоего творения. Ничего не разумеем. Вокруг нас столько лекарственных трав. И все это Ты дал человеку, чтобы он славил Тебя. И эти облака, покрывающие землю, они напоминают о Тебе. И дожди, посылаемые ранее и позднее. Аллилуйя! Боже, хвала Тебе! Константина, Александра, Людмилы, неведомых нам страдальцев, убиваемых, поражаемых. Прими их, как детей, в объятия Твои и в обители вечные. И нас приготовь, Господи, к тем искушениям, испытаниям, которые Ты допустишь. Без Твоей помощи никто не устоит. Все святые, молите Бога о нас. Аллилуйя! Полный устав. Чтобы мы не искали своего и славы человеческой друг от друга, а славы от Тебя, единого вечного Бога. Аллилуйя! Святые пророки, молите Бога о нас, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою святую, чтобы мы ожидали пришествия, оставались спящими, не готовыми. Мы вышли мы со светильниками горящими в руках. Господи, Боже наш, слава Тебе! Боже, всемогущий, слава Тебе! Ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все святые, молите Бога о нас! Сефальные апостолы, первый верховный Петр и Павел, молите Бога о нас! Святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас! Все святые, Василий Великий, Григорий, Богослов, Иоанн, Златоуст, молите Бога о нас! Кирилл и Мефодий, Накенник, Николай, все проповедующие Слово Божие, миссионеры, достигшие Царства Небесного, молите Бога о нас! Кроме Тебя нет иного Бога, столь милующего создания Своего. И будет благословенно это место, освященное на Луне. Прими их как благовонную жертву. Аллилуйя. Ты дивный Создатель наш, слава Тебе. Господи, посвяти предстоящую встречу с Анной. И установи мир в ее семье. И это буйство детей. Аллилуйя. Боже всемогущий, хвала Тебе. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Посвяти Троица. Повернемся коровы. Жертву вечернего рухания приятного. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе. И услыши наши мольбы от всех. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя. И мы Тебе единого поклоняемся и славим. Аллилуйя! Спасибо, Господи, помилуй. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради крещи Святой Матери и Сына Честного же Творящего Христа. Аминь, спаси нас, как облазный Сын человека любит. Аминь. По славу Божию. Так, сколько времени? Посмотри, я просил смотреть.